Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России растет средний срок владения одним легковым автомобилем. Сейчас, по данным агентства «Автостат», он составляет 7 с небольшим лет. Показатель начал увеличиваться в пандемийном 2020 году, когда у граждан сузились возможности по покупке и продаже авто. Затем машины резко подорожали, что снизило их доступность. Сейчас, говорят эксперты, многие автовладельцы могли бы сменить средства передвижения, но они не делают этого, надеясь на дальнейший рост стоимости автомобилей с пробегом. Трасса 101. Разряженный аккумулятор, проблемы с запуском двигателя в мороз и неработающие стеклоочистители. Именно на эти проблемы чаще всего ушедшей зимой жаловались владельцы китайских автомобилей в России. Возраст машин, марки и модели не уточняются. Опрос провел портал авто.ру. Также каждый шестой респондент посетовал на лакокрасочное покрытие, а каждый седьмой на тормоза и трансмиссию. Что касается автосалонов, реализующих машины из Поднебесной, то к ним в основном обращались с претензиями на работу сенсорных дисплеев. Трасса 101. «АвтоВАЗ» обозначил дату презентации своей новой модели «Лада Искра». Это произойдет в начале июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме. В продажу машина поступит в следующем году. «Искра» будет стоять на ступень выше «Гранты», но по некоторым параметрам не будет дотягивать до «Весты». Через 2-3 года она должна полностью заменить «Гранту». Ранее изображения новинки появились в базе Роспатента. Трасса 101. Китайский автомобильный бренд G-Tour привезет в скором времени в нашу страну конкурента Geely Coolray. Кроссовер получит название X50. В Поднебесной он называется иначе. По габаритам он практически идентичен Coolray. Разница в миллиметрах. Под капотом размещается 1,5-литровый бензиновый турбированный агрегат, который работает в паре с 6-ступенчатым роботом. Ориентировочная начальная стоимость X50 будет на уровне 2 миллионов рублей. За Coolray сейчас просят на несколько сотен тысяч больше. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».